Новая аллея из китайской розы появилась сегодня на территории 18-й школы Черкеска. Деревья посадили школьники совместно с учителями и родителями. Каждое дерево посвятили герою Великой Отечественной войны и выпускникам 18-й школы, погибшим в ходе СВО. Розовый сад был посажен в рамках акции «Сад памяти», приуроченный 79-й годовщине Великой Победы над фашизмом. Мадина Каракетова продолжит. Семья Дышековых из Черкеска посадили свое дерево памяти. Эдуард и Элла пришли поддержать сына, учащегося в 18-й школе. Отец семейства считает, что патриотические акции, в которые вовлекают детей, очень важны в непростое для России время. Своим присутствием, своими руками, я не знаю, хотел поддержать, во-первых, свою семью, школу, в которую ходят мои дети, и всю страну, то есть оставить какой-то значимый момент, который, наверное, останется. Дай Бог, чтобы эти деревья прижились. И все, кто принимал участие в дальнейшем, особенно дети, очень важно, они вырастут и будут видеть, как выросли их деревья, и будут вспоминать, рассказывать своим детям. Дети, их родители и педагоги со всей ответственностью подошли к поставленной задаче. Это не просто красивые деревья, говорит десятиклассница Амина Хубиева. Это память. За каждым именем человеческая судьба, опаленная войной. Героический поступок, спасший множество жизней и повлиявший на ход войны. Сегодня мы посадим 18 деревьев в честь воинов-освободителей во время Великой Отечественной войны. Также в честь трех выпускников нашей гимназии, которые участвовали и погибли во время СВО, во время выполнения боевых операций. Один из них, Багаудинов Виталий Павлович, родился в городе Черкеске, учился в нашей школе. Насколько я наслышан, 14 октября он погиб на СВО, выполняя свою, как сказать, долг. Защищал свою родину, погиб, накрыл мину, летевшую в напарника, и тем самым спас его жизнь. Мы очень гордимся такими ребятами. Поставщики саженцев обещали, что гибискус или китайская роза уже этим летом порадует школьников и учителей бархатно-бордовыми цветами. Посадки зеленой аллеи во имя мира, так ее решили назвать в этой школе, предшествовала большая работа, посвященная патриотическому воспитанию школьников. Накануне 79-й годовщины Победы и в год семьи мы решили вместе. Семья – это семья 18-й гимназии, в которой мы не разделяем ни родителей, ни наших детей. Это наша одна общая семья. И в этой семье мы должны вырастить очень хорошего человека, который будет в будущем самым-самым красивым и почетным гражданином нашей России. Гостям школы также предложили внести вклад в зеленую аллею во имя мира, посадить свое дерево. Представитель мэрии Черкеска Хаджат Агирбова обратилась к детям со словами благодарности за активность, инициативность и интерес, проявленные к участию в данной акции. Эти деревья вырастут и превратятся в большой цветущий сад. И они окрепнут корнями. И мы бы хотели, чтобы наши учащиеся тоже так же росли, взрослели и крепкими корнями стояли за нашу отчизну. Завершилась акция патриотическим флешмобом. Мадина Каракетова, Мухаммед Ашибуков, Вести Карачаева, Черкесия.